Спонсор этого выпуска – Гаммазавр, крупнейший игровой магазин в Восточной Европе. Там вы можете купить Saints Row 4 и сразу же получить ключ. Доверяйте только официальным магазинам. You don't respect me. Я не слышу, что он говорит. Я ищу жесткий секс. Я не слышу, потому что у меня говорили. Я буду сверху. Окей. Ну, у меня круче это все смотрится, ну ты понял почему. Я только не услышал, что они мне говорили. Еще раз. Окей, она говорит, может минутку подождешь? Я не слышу, что они говорили. Ну ты же, ты на журке, тебе-то какая... Ну ладно. MI6, а? Alright, I'm game. А, не. Ладно, я вернусь. У нее косичка по физике, и она постоянно виснет как-то странно. Object complete, Mitasha and the ship. Ага. Пойдем в симуляцию. Да я тут лысый. Я как Кэрри Нелло, у меня тут волос нету, а там волосы есть. Наверное. Я надеюсь, что там волосы есть. То мне придется. А, может, я лысый из-за того, что у меня маска коня? Не думаю, может, зависло что-то. Так, деньги. Апгрейды. Где ты деньги нашел прямо здесь? А, ты решил там спрятаться, потому что в тебя стреляют. Я не прячусь. Ты не прячешься от проблем? Я ни от чего не прячусь. Я стою, и если по мне стреляют, я ничего с этим не делаю. Вот что я делаю. О, круто, там такая крутая штука. Я вот теперь чувствую вибрацию. Я Good почти vibration. Все, весь бласт, я почти весь бласт улучшил. Я не понял, так мы взяли эту миссию или нет? Кажется, нет. Something wrong. Remove the clothes from clones. Мы сейчас проходим эту миссию или что? Каких клонов ремовить надо? А, вот этих клонов. What the fuck? Кто вообще что? Коннор в зоне. Чё делаешь сейчас? Насте скучно. Не знаю, что предложить. Ну, в плане то, что даже в Saints Row никого нет, чтобы с ней поиграли. Вообще. Ты как бы понимаешь, что я сейчас тут умру, пока прохожу миссию и прочее? Которую я не знаю, мне кажется, ты не подтвердил чертову миссию. Потому что там нужно убить клонов, и я не понимаю, каких клонов. Ну давай, нам по основной же квест идем, да? You're going to be getting... Вот что ты сейчас нажал? Блин. А, нет, ты не квест проходишь. Вот, вот теперь да. Окей. Ты два раза, кажется, ее отменил. Или даже пять раз. Ну так я же улучшался. Какого хера? Так ты улучшался, я улучшался. Я ничего не улучшался уже. Так ты мог, да? Я тебе говорю пять раз! Я пока электронный напиток перебью. Так чего мы ждем? After you что? А, окей. Let's go! There is a lot of interference at ground level. It is too much for me to get a read. I need you to throw me into the sky. You can fly, Sid. Yeah, you can fly. But I cannot maintain the strength needed to scan the entirety of the simulation and hover at the same time. I need you to throw me into the air. A little b-ball action, huh? Let's do this. I played varsity. И полетели вниз. This location should work. One moment, please. One moment, please. Давай, кидай. Сейчас. One moment, please. Как мне его закинуть? Ну, into the sky. Throw me higher. Окей, я кидаю higher. Almost. This way.
This way, куда? Nobody else on your team could do this, right? What are you getting at, Sid? I want to be compensated for my contribution. Compensated? A woman? The fuck are you gonna do with a woman? I'm in the prime of my life. У тебя, ты тоже самое говоришь, Sugar, да? Ah, here is the relay. Surely this must be worth something of value. Sure, Sid. Okay. Из персонажей из второй части, точнее враги. Меня сейчас убьют. Из третьей. Из второй. Что это Релей делает? Что мне с ней сделать? Окей, я ее уничтожу. Ты не умрешь? Потому что я что-то чуть не умер. Did you just do something? Because this connection just got clearer. Killed people, destroyed shit, you know, the usual. I need to scan the area again. Let us go to another mapping point. Вот она, чуваки, эти надоели. А что за это? Это какой-то primary квест, да? Да, это основной квест, чтобы нас больше не атаковать. Нас сейчас постоянно мочат люди. Ты его кинешь? Да, кину. One moment. Закинул. I am not going to beg. Okay. What? Fine. I am begging. Throw me into the air. Окей, его плохо кидаешь. Кинул очень высоко. I have it. Let us go. Let us go. I have been thinking. As compensation for my assistance, I would like to go out on a date with Kinsey. Я хочу с Кинзи встречаться. Fine. Then perhaps Shandy would enjoy my company. Shandy. Maybe if we were back in Stillwater, you'd have a shot. Так, нам очень. Нам на это здание придется запрыгнуть. Ну это не сложно. Ага. Оно синее, кстати. Оно под нашим контролем. Черт побери. Куда? Привет, ребят. Как у вас тут дела вообще? А что здесь делать? Сейчас девушки себе плохо дела. За это хрень? Да что у меня не пистолет, а как это говно? The fuck? Кто эти девушки, кстати? Блин, это не мой. Че? Это из второй части или откуда? Какие девушки? Я не помню эту банду. Это азиатские. А, откуда? Они же были. Третий? Ну, во второй точно не будет. Ну вот да, вот во второй точно. В третий, мне кажется, не тоже будет. Что в третий были те, кто... Или может нет. Я не знаю, может я не прав. Where are all these old gang members coming from? Zemiak must be pulling data from somewhere. Ну, значит, второй они. These manifest from the subconsciouses of the captives hooked into the machines. So whose subconscious are we dealing with? Shandy says the mnemonic mapping fits the profile of Johnny. Wait, Johnny, да. Johnny? Are you sure? I need to look into this, but I'll be in touch. Let us go. Они весь этот мир взят за основу и вспоминания Джонни, по идее. Только он же не видел город, он же на самолете был. Не, ну не все, он откуда-то еще берет. Поэтому вот, вот эти банды и прочее. Окей. Throw me into the shield generator and I will disable it. You need to throw me into the generator. Ну вот. I suppose Asha is also a pairing option. We still talking about this date nonsense? It is not nonsense. Я так вот стою, типа, с таким лицом, смотри. Сейчас, погоди, он улетел слишком далеко. Я его достану. Окей, он... Fuck! Он обратно вернулся. А я за ним бегал. Ну ладно, попробуйте. Я его закину. И хер ли его выгнал, он все равно. Давай дефендись. Ты его дефендишь? Оу. А, ну, относительно, да? Я так буду стоять. Видишь, уже не эти летают, здесь уже другие ребята. Хоп, Кинзи. Ой. Блин. Я подставил. Наконец. Kinsey, let's get back to talking about Johnny. My best guess is that he's here too. You can trace all these gangs back to him, right? You can find his simulation. Sure. I'll just focus on those relays.
Окей. This is the last relay I have found. After careful consideration, I am firm in my intent to court Шанди. Court Шанди или не Шанди, он чё? Да. Ну, дасти. I am quite charming. Эй, так очаровательный. Не нужна удача. Сид, this is... Ну, уже все банды на свете прилетели. This is not the time for that discussion. If you hurry, you will still be young when you throw me into the generator. Если ты подправишься, ты будешь все еще молод, когда меня закинешь. Я закину его. Давай. Cover me. Кавры. Что это такое? А, тут бот какой-то прилетел. Вау, what the fuck? Since when did the Vice Kings have giant robots? The Xen appear to have quite a few technologically advanced forms. I am curious why it is you chose a metal basketball for my shell. Come on, it's cute. I have personality. Да, милый. I do not need to be cute. I could use weapons, though. You wanna get laid, you need to be cute. Если ты хочешь, чтобы тебя любили, ты должен быть милым. Okay, this thing is armored out the ass. How do I destroy it? Its weakest point is here at the rear. I will distract it to give you an opportunity to shoot it. Focus on the rear panels. Yes! Готов. Yeah! Take that, tank ball! Точи танк. Well done. Just like Johnny. If you throw me into the generator again, I will continue hacking the shield on the relay. You are right. It is best to wait until the shield generator turns itself off. Just a bit longer. Он издевается над тем, что медленный. Almost done. Я херачу, сейчас я жизнь получу. Shields are down. What's next, Kinsey? Now that the relays aren't confusing the signal, I can see the source of the influx. Sid will take you to it. Follow me. Окей, нам недалеко. Да уж. Это он летит сам, или он за нами? Опять каких-то заводов, да? Даже с красным подобрал. У меня, кстати, нету ни хрена. What the fuck is this portal? What the... I don't have time to explain this. Just pick up people and throw them. А, их нужно закинуть обратно. Самое легкое объяснение, которое ты когда-либо давал. Так кричат смешно. What the hell? А не обратно. Это я! Это я из первой... Ну да, из первой части это был. Чё, серьезно? Да. Основной персонаж стандартный. Его даже схватить нельзя, его может отсвалить. Он стандартный из первой? Да. Чё он делает? Он танцевать пытается. У меня сами вообще жизни нет. Котел прыгает. Причём далеко прыгает. Пойду диоды кого-то убью. Что жизнь остается. Я он. Сильно? Совсем. Тебе придется. Окей, ничего не типа. Я бегу. Просто он так далеко выпрыгнул, козел. Тут монстр я сейчас. Привет, чё? Как коняка. Нормально все. Ладно, ты боишься. Глаза такие распущены. Ах, козел! Как он успел в меня попасть? What the fuck? Ой, так, фу, клаунс. Ага, пошел. Мне надо не контроль закачивать. Все. Это другие я из Стилвотера? Ты второй игрок, типа, там? Да-да. Так как двое теперь? Ты кого-нибудь свалил? А, пока нет, я взрываюсь на бочках, и я могу умереть скоро. Погоди. Ладно, я убиваю черненького. То есть это с третьей части я тоже будет, получается. А, верно, да. Это из второй части вот эти ребята? Да. На черный, и там второй, я не знаю, как выглядит. Он, наверное, так же. Считаю, что это вторая часть. Угу. Экс тампнул. На, получай.
Так, одного уже можно выкинуть, я поэтому его выкину. Далеко улетел. Все, забрал. Выкидываю. Так, я бегу со вторым. Вообще, я лечу даже со вторым. И кидаю. Все, он ушел. Ну нет, что, ждем, не ушел. Что? Вот. О. Все, наконец. С третьей не будет, слишком близко третья была часть. А у меня все еще есть один слот в меню. Я хочу его чем-то запомнить. Ты слышал это, да? Да. А, вот. У них мы забираем силу. А, да, я только сейчас понял, что эти чуваки, это, они нам дают все. Почему только один слот? У нас еще дохера слотов. Там, кажется, 4 или 3. 3? Вроде 3, не помню. Или 4. Ну, я сейчас даже посмотрю. Powers. У нас еще как минимум 3 должно быть. Окей. Этот чувак довольно крутой. Угу. Чего мочить? А он морозится? Ну, относительно, они все так морозятся. Ладно, я лучше пойду подальше, чтобы взять машину закинуть. Ко мне. Наверное, сейчас спрыгнет, да, вниз. Ау. Это была твоя машина или его? Нет, это была моя машина. Он вообще что-то ничего не делает. Ну, он как-то нет, он вроде воспринимает немножко. Ты пускай воспринимает людей. Так, ладно. Я сейчас... Я не знаю, что мне выбрать. Оружие получше. Попробую с тампами лучше бить. Ну, херачу дробовиком. Нормально. Давай, скотина. Херачу. Он улетает оттуда. Куда? Чё-то... Куда он прыгает? Чё, на мост хочешь запрыгнуть? Ой, запрыгнул, слушай. Пошёл отсюда. Сейчас ты в воду его скинешь. Почти скинул. Чуть-чуть осталось. Он тонет там нахер. Да, я его заморожу в воде, я не знаю. Он не всплывает теперь. Мы тебе не дадим всплыть, иди отсюда. Пошел он. Я хитмейкера получаю. Я пошел внутрь. Давай, удачи. Тренинг рум. Я хочу посмотреть, что я получил. Он такой же, как бы спокойный. Давай тренировку. Я просто Зои буду. Огненные пули и все. Я не могу даже двигаться. Я поджигаю людей, просто вторгаясь в их личное пространство. Да. Have fun. Поджигаем. Но они, кажется, не особо огненные, на самом деле. Но вроде это сработало. Ау. Чё ты не летишь? Ты не летал! Game of Clones. О, 25. Полз. Но баф фигня какая-то. Может, мы потом еще что-нибудь бафить будем. Blast from the past. Взрыв из прошлого. Угу. Ну давай, основной. Есть такой фильм, кстати. Уи.